Возвращаясь к вчерашней истории с вооруженным нападением на пост ДПС на 20-м километре Щелковского шоссе в Подмосковье, когда были тяжело ранены два автоинспектора. Один из них успешно прооперирован специалистом нейро- и челюстно-лицевой хирургии. Потребовалось для этого более 5 часов. Но состояние полицейского пока остается крайне тяжелым. Его коллега также находится в реанимации. Напомню, двое мужчин напали на стражей порядка с топором. Отобрав у одного из них табельный пистолет, начали стрелять. Преступников ликвидировали. Их имена установлены, но не разглашаются в интересах следствия. Среди версий случившегося – попытка завладеть оружием и бытовой конфликт. В Следственном комитете не исключают, что все могло быть совершено из мести за отобранные у родственников права.